Во свет моих очей, привет! Привет-привет, всем привет! Давай вот, привет 5 лет дальше, есть рифма? Я плохой рифмоплет, поэтому это не про меня. Хорошо. Ну что, настало время поздравлять всех, кто будет смотреть этот ролик. В основном это все, кто каким-то образом либо привязаны к этому замечательному культовому заведению, либо друзья друзей, которые слышали, что есть такое заведение. Либо вот команда и сам Димон, конечно же, который тоже будет сегодня смотреть. Давай ему что-нибудь интересное наговорим. Мне есть что сказать. Это для меня заведение очень много значит. Я думаю, что те, кто меня знает, поймут. Это заведение, которое было открыто с душой. Каждый кирпичик, положенный здесь, положен очень искренне и трепетно. И я бы хотела пожелать всей команде во главе с Димой действительно процветания. 5 лет – это очень большой срок. И они действительно с большой любовью прожили очень интересную такую жизнь караоке, где они познакомились с большим количеством людей, где были прекрасные артисты. Сюда очень часто приходят артисты, просто чтобы попеть от души. Это дорогого стоит, потому что многие артисты не любят ходить в караоке, потому что они уже опились, но вот это место, оно как-то объединяет. Поэтому мне бы хотелось просто пожелать того, чтобы у них было большое-большое будущее, потому что я искренне люблю это заведение уже 4 года. Да, я хочу напомнить, что это заведение дало старт достаточно приличному количеству артистов в будущее, да? Ну, например, взять Юлю Плаксину, которая в этом году стала чем-то вроде эталона российской песни. Она же на Юрмале выступала от России. Да, на самом деле это такой большой стартап для ребят, потому что они много здесь работают, много набираются опыта и, как правило, их замечают. Вот сейчас мальчик, который практически 2 года был ведущим здесь, стал одним из таких достаточно серьезных фаворитов проекта «Голос номер 3». Альберт Мусаэлян, мы за него все болеем, всей командой, и желаем ему большой удачи. Вот видите, это еще и кузница кадров. Значит, она должна была быть, эта площадка, значит, она должна была открыться. Ну, как минимум 5 лет, это на самом деле для заведения очень большой срок. Да, это большой срок, это значит то, что они пережили и кризис, и очень-очень много нюансов такого ресторанного бизнеса, который сложно переживается в Москве при большой конкуренции. На самом деле, большой плюс всего того, что здесь происходит, это искренность и настоящая любовь людей, гостей, которые сюда приходят. Ну что ж, имей больше и еще лет. Я думаю, что минимум 15. Ты не первый человек, который называет эту цифру. Наверное, в этом что-то заложено, ребят. Но потому что адрес этого заведения — Лубянский проезд, дом 15. Все не просто так. Еще 15. Ну что ж, ребята, встретимся в следующем ролике. А пока слушаем... Пока-пока, Джимми Михаила. Ура! Слушаем хорошую музыку. Вы слышали, кто там? Михаил Бублик для вас. О!